приход настоящего полноценного фестиваля в Орниенбауме, который будет проходить и здесь, и в Санкт-Петербурге, за эти 3-4 дня прозвучит около 50 произведений. И громадное исполнение оркестра, хора, множество солистов, огромной балетной труппы. На ближайшие 10-15 лет открываются гигантские возможности. Мне кажется, здесь душа русской культуры. Вот она широка и прекрасна. Замечательное событие во всех смыслах этого слова. Выступление Гергиева для нас – это был подарок судьбы. Это прямо незабываемый концерт будет. Много музыки, много хорошей музыки. Вот, да? Да. Стравинского, она по сей день очень свежа, по сей день необычайно современна. Орниенбаум заслуживал бы огромного внимания к себе и предоставил бы уникальные совершенно по красоте и здания, и площадки. Даже если бы Игорь Федорович Стравинский, представьте себе, родился где-нибудь в другом месте. Но, к счастью, он родился именно здесь. И его музыка здесь должна звучать намного чаще.